Всех приветствую, дорогие друзья. Вы, как всегда, на канале Седой Инвестор. После вчерашнего вопроса вы выбрали тему, а именно разбор активов перспективных на мое личное усмотрение. Сегодня, получается, будем разбирать некоторые активы, которые я буду рекомендовать к покупке, но вы должны понимать, это всего лишь рекомендация. Я их покупаю, советую, а вы уже будете сами решать, нужно это делать вам или нет. В любом случае, я обязательно все расскажу наглядно, чтобы вы понимали суть моей стратегии и почему я так решил. В общем, заваривайте чаек. Присаживайтесь поудобнее, у меня уже все готово. Начинаем. И первый на разбор у нас токен OneInch. Это у нас нативный актив децентрализованной площадки. На данный момент она, наверное, является самой популярной среди всех. И количество подписчиков на официальной страничке OneInch, Twitter, говорит именно об этом. Почти 1,5 миллиона читателей. И все ждут, когда он наконец-то вырастет. В общем, как всегда, будем использовать объемные блоки. Кстати, в бесплатной версии TradingView появился новый очень полезный инструмент. Кликайте данный пункт «Инструменты для изменения и прогнозирования». Далее выбирайте инструменты, которые основаны на объеме. Они так и называются. И вот, пожалуйста, тут два инструмента основаны на профильном объеме. Я использую фиксированный профильный объем, но также есть стандартный профиль объема. В общем, пользуйтесь, все бесплатно. Цена на сегодняшний день за один токен составляет 31 цент. На графике мы замечаем то, что у нас есть последняя и самая крупная зона поддержки 20 центов. Это у нас, к сожалению, последняя поддержка, далее ничего нету. Ну, надеемся, ниже мы не пойдем. Буквально недавно мы наблюдали прострел по OneInch на 142%. Довольно неплохой профит в средний срок, но, к сожалению, я его пропустил. Кто заработал, поздравляю. Но сейчас пришло время после коррекции повторно его покупать. Сегодня будем разбирать именно среднесрочные перспективы. В долгосрок нет смысла говорить. Кто-то ждет 10 баксов, кто-то ждет 20. У каждого свои цели. А вот что касается среднесрока от 1 месяца до 6, я думаю, будет вам это намного интереснее. Изначально давайте рассмотрим потенциальные риски. В случае коррекции и достижения цены 20 центов, это у нас последняя зона поддержки, опять же повторяю, в этом случае коррекция составит минус 35%. На процентов 90 я уверен, то, что в случае именно такой коррекции будет отскок. А вот в случае роста первая цель у нас 52 цента, 67% профита. Я думаю, довольно неплохо. Получается примерно 1 к 2. Но вполне возможно то, что, как и в прошлый раз, будет пробой данного уровня. И мы сможем в средний срок сходить примерно на 67 центов. И в этом случае OneInch закроет полностью весь гэп, который образовался вот здесь вот, 11 марта 2023 года. И, собственно, следующий на те же 40%, который произошел в июне этого года. В общем, я считаю то, что OneInch однозначно заслуживает нашего внимания. Я его буду покупать, как всегда, по графику воскресенья. А вы можете, в принципе, и сегодня присмотреться к покупке. Но в любом случае, все на свой страх и риск. Я, к сожалению, не Ванга. Я отталкиваюсь исключительно на технику. И еще одна монетка, с которой хочу с вами сегодня поделиться, это актив Alga. Увеличиваем график, отмечаем уровни. Конечно же, среднесрочные, ближайшие цели. Значит, у нас 9 июня был сильный пролив, вплоть до 9 центов. И это было подтверждение тому, то, что у нас все-таки есть крупная зона поддержки 9 центов, так как цена касалась этого уровня 14 марта 2020 года. И именно на этой медвежке произошло, так сказать, подтверждение тому, то, что все-таки это зона поддержки с очень крупным накоплением. Если еще проще объяснить, есть большие шансы, то, что цена ниже этого уровня не пойдет в ближайшее время. Конечно же, если по биткоину не будет сильного глобального пролива. Вы все прекрасно знаете, как ведет себя альта, когда биткоин проливают. Она очень сильно, так сказать, плачет. Ладно, давайте посмотрим, опять же, перспективные цели. В случае коррекции ближайший максимум это минус 18%. Не так страшно на самом деле. А вот в случае роста и закрытия полного вот этого гэпа, первая остановка на 106%. Риск прибыли, ребята, 1 к 5, а это уже, мне кажется, кое о чем говорит. Ну и, конечно же, если мы пробиваем этот уровень и достигаем зоны самого крупного накопления, вот эта красная линия об этом нам говорит, цена 29 центов, профит наш составит 169% в средний срок. Будет закрыт второй гэп, который образовался у нас 24 февраля этого года. По моим личным подсчетам, из всего, что сейчас есть в крипторынке, эти активы заслуживают большего внимания, конечно. Но лично на мой взгляд. Такие дела на сегодняшний день в крипторынке. Не забывайте то, что медвежка не закончилась. В любой момент может пойти сильный пролив. Поэтому после каждой покупки оставляйте как минимум
20% свободного фиата на случай именно этих будущих проливов. Да и к тому же, если вам будет чем усредниться в будущем, вы будете себя чувствовать намного уверенней. В общем, всем желаю большого профита, хорошего настроения, а также приятных выходных. Завтра будет новый ролик.